минут. Ну, типа, я не особо понимаю смысл 6 минут, если в Dota TV 2 минуты. Ну, ладно. Но не суть. Так, сегодня у нас играет команда... Буриза. Буриза Гейминг против, на самом деле, неизвестной мне команды. Мне бы вот еще бы сейчас найти... Там, поскольку и очень... сетку сказать их не мне лично. Надо сетку, да, как вторая команда называется. На самом деле, из-за того, что очень много команд, тут всех запомнить, это, походу, будет очень сложно. Так, сейчас я скажу, походи, кто играет сейчас. Так, Буриза... Просто невероятно. Буриза играет против Skewer Attack. Skewer Attack. Ну и вот я уже сейчас увидел, как у них называется команда. Так, ну, команда Skewer Attack. Для нас вообще неизвестная команда. Из них я не знаю ни одного человека вообще, кто там я играет. Команда Буриза Гейминг, намного более известная команда, даже в том числе и в нашем городе. Не знаю я, кто такой Ти, на самом деле. Ты знаешь, кто такой Ти? Я вообще никого не знаю. А, из в команды этих? Из Буризы, да. А, ну не говорили, что они кого-то позовут последним на саппорта. Да, я не знаю, кто такой Ти. Я знаю, что у них неплохо играет парень с ником Я Максим. У него что-то 6600 ПТС соло, насколько я знаю. И он у них в миде стоит. Да, и, по-моему, он с Новосибирском. Да. Паника у нас. Я сам, на самом деле, про лям не все, наверное, знаю. Короче, ну, по-любому, альт стоит в харде, Ками фармит, ну, да, и паника с Ти-саппорты. И... Ну, я так и говорил тебе. В принципе, да, тут все ясно, что у них будет по лайнам. Смотрим, что по банам. Очень-очень интересный второй бан Омника. СФ, конечно. СФ и Омник. Вообще оба бана достаточно интересны. Ну, по сути, нам тут сложно судить, как бы. Команду эту мы не знаем. Может, это команда там а-ля 1-2 КПТС, как бы. Ну, и следовательно... А может быть, наоборот, Семка. Может быть, у них, да. Может, наоборот, что-то слишком умное. Тут обычно такие баны пики, либо они бездумные, либо они очень продуманные. Так что тут можно будет понять только в конце. Ну, гирокоптер на ферст пик — это неплохо. Ну это да, что-то знают парни. Вот Дарксирова ответочку — это интересно, конечно. Ферст пиком, ну, я на самом деле, ну, видел, как играет, что играет, во всяком случае, на этом герое Alt F4, ну, и либо он же Back to 505. Это песня его любимая. Это песня? Вот я, кстати, думал, что такое Back to 505? Это, ну, я не знаю. Мне... Нет, я знаю эту песню, знаешь, типа имя 505 есть. Рофлик предположил, что это ошибка какая-то, типа, что номер ошибки 505. Ну, может быть, да. Так, кстати, мне надо в Доте себя включить. Я вот тоже не знаю, как это сделать, по-моему. В Доте как себя включить? Да, звук нажимаешь, да, потом там уже. Voice Party, Team Party, чтобы так. О, ты что-то сейчас говорил, у тебя в игре было слышно. Да? Вот сейчас слышно в игре? Да. Вот, все, кайф. Что ты взял? Я тут поставил open микрофон. В Team или в пати, тут можно менять, типа. Ну тут. Давай что-то... поставим. Voice Team, короче, я туда тыкнул, и все. Да, Voice Team я тоже поставил. Voice Team я тоже поставил. Тебя слышно в игре? Я тебя слышу, да. И мне теперь надо тебя замутить каким-то образом. Сейчас тоже замучу. И тоже я замучу. Не знаю, как это сделать. Как это сделать, ты знаешь? Это в игре сделать, ну, да. Это в игре сделать. Короче, пока буду тебя слушать. Ну пока звук просто в доте уберу. Так, звук войса можно пока убрать. Все. Звук войса 0 и изи катка. Так, второй пик у нас Лина. Пока что очень сильные герои у Буризы Гейминг первые два. Ну, Лина тут, я так думаю, все-таки по мейнстриму пойдет мид, в принципе, тут, я думаю... Ну, как бы, да, скорее всего, мидовая будет. Да, самый очевидный вариант. Ну, так, Лишрака у нас нет. Undying, о, гирокоптер Undying, ух, сильно. Что-то грязное, да? Да, что-то очень грязное, очень сильное, на самом деле. Интересно, куда пойдет Undying, будет ли это какая-то дабла в сложной линии, а-ля, там, не знаю, Undying Leech или еще что-то более грязное. Тут надо смотреть, что будет дальше. По-пикам. Ну, в целом, ребята что-то знают. Да, ребята что-то в пиках знают, банят они Виверну. Мету банят. Да, метового саппорта, очень эффективного, который, насколько, да, ульта он точно знает, что в БКБ можно кидать. На БКБ. То есть очень жесткая ульта, просто невероятно жесткая. У Винтер Виверны. Виктор Виверна? Да, Виктор Виверн именно. Ну то есть как бы да, Виверн такой классный герой, у него одновременно и жесткие скиллы достаточно, как бы, ну, если даже смотреть там скилл, как бы, да, ульта, и опять же у него есть как бы скилл первый, чтобы свалить там от какого-то ганга еще откуда-то. То есть это саппорт, который еще и выживает достаточно неплохо. И имеет очень классные скиллы.
У него первый идеальный для Хараса просто. Ну да, для Хараса, и опять же и свалить помогает очень сильно, когда ты можешь на горы залетать и уходить от какого-то преследования. Так, банится у нас Ларк, в ответ банится Блудсикер. Ага. Ну просто видишь, они забрали, забанили Виверну, потому что под Дарксира это идеально заходящий герой. Когда Дарксир, точнее Виверна ультует, ну, и ДС всех стягивает туда, это очень жестко. Да, согласен. Это и там еще серьезно. Стенка ставится, и вообще это боль Шторма просто. Шторма банит. Ну, как, я вот не знаю, кто против Лины может стоять мид? Вот, кто? Кто этот герой? Темпларка, в принципе, можно было стоять. Ну, Темпларка, возможно, какой-то, не знаю, нюкс-ассасин. Который ну вообще, да, что-то такое. Вообще никогда в мид не пикали. Потому что, в принципе, остальное они подзабанили. Ну да, но так. Бывает всякое на самом деле. Зевс можно поставить, в принципе, стоять ну, так же да, издалека. Нага Сирена. Ну, наверное, это саппорт, я так подозреваю. Типа, иначе тогда это слишком жадный пик. И я не знаю, что они будут делать вообще первые 40 минут в этой игре тогда. Ну, Нага Сирена очень классный в плане саппорта, что она жирная, у нее мобильная скорость. Ну, тут все понятно. Короче, все. А тамбу, на самом сон. Деле все ясно, да. Это сон плюс тамба, настакиваются зомбари, отжимается сон, и зомбари просто бахают всех руками и ногами. Ну, видишь, ребята забирают БХ, уже тоже у них есть что-то такое, чтобы вначале просто подгнобить мид и потом пойти давить. Ну да, то есть, опять же, вот у них уже есть два героя с сильным прокастом на ОАЕ какие-то замесы, и сейчас есть Баунти Хантер, который будет просто мешать всей вражеской команде бегать. Всей карте, роумить и делать грязь. Так, ну что ж, у нас осталось, получается, что? Нам керри герой остался и саппорт у Grizz Gaming, скорее всего. А у команды Skewer Attack у нас остался мидер, скорее всего, и и хардлайнер, наверное, да. Мидер и хардлайнер. Ну хотя, непонятно еще, на самом деле у Skewer Attack немного сложнее все тут с ролями. Что будет делать Undyne, куда он пойдет? Катается такая путочка. Да. Ну что у нас? Минута еще есть. Это аппарат. Еще один очередной герой с очень хорошими. С очень хорошим ультом, в первую очередь. И остальными скиллами. Ну, пока что, но АОЕ файт у Grizz Gaming все просто замечательно. Да, очень жестко будет все. Да, осталось еще какого-то... Ну что у одних, что у вторых здесь. Вторые тоже заметили. На самом деле, я думаю, что здесь сейчас возьмется какой-то керри, такой прям, ну вот прям очень хард керри, прям, который... Без которого можно будет, не знаю, чтобы они вчетвером играли первые минут 30-40. Просто смотри, сейчас у них, по сути, есть только Лина, которая тамбу легко сломает. Остальные очень тяжело будет тамбу ломать. Ну, типа да. Ну, они могут взять Медузу какую-нибудь, например. Как по мне. Достаточно неплохо. Да, скорее всего, там будет что-то простое, типа Боника, вот такое что-то будет. Ты думаешь? Я думаю, что они возьмут какого-то такого жесткого керри, потому что они вот сейчас вот этим пиком вчетвером, они уже могут офигенно драться, ну, в принципе, в любой драке, по сути. То есть, три масс-ульта жестких, Баунти Хантер, который будет на всех раскидывать, ну, я не знаю, типа... Сейчас посмотрим. Либо здесь, возможно, будет какой-нибудь... Хотя, опять же, тут с другой стороны у них такой пик, да, гирокоптеру не надо сильно много, на самом деле, чтобы драться. Гирокоптер... Мы с тобой еще забываем ту ситуацию, то, что Лина может быть как керри здесь. Они нет, могут же нет, по керри поставить. Нет, керри вряд ли нет. Это очень маловероятно, как, ну, как по мне. Ну, конечно, как это не надо, исключено. Не надо недооценивать Grizz Gaming. Ну, это не исключено, но маловероятно, я считаю. И все-таки, наверное, мид будет Лина, я думаю. Да, таких подзабанных, кстати, героев, на которых Ками любит играть, типа Сларка. А, ну да, там же Ками. Так, Ками. Напомню, нас любит играть Ками, на самом деле. Да я даже что-то... Да, он, в принципе, и не любой вспомню, керри да. Берет, но сейчас. Он обычно, просто сколько я видел, он с ним играет в миде, я на самом деле его вообще не помню на керри. На не, он часто играет на керри, сейчас могут, в принципе, что угодно ему взять, и он будет на нем играть. Ну, не знаю. Сейчас увидим. Не, я бы говорю, я бы в идеале здесь взял Боника, в принципе, он и тамбу быстро сломает, если надо будет. Не, ну Боник неплохо, но на самом деле я согласен, что здесь нужен рейндж какой-то, скорее всего. Да, потому что... Возможно, это будет Тракса. Почему нет? Или снайпер. Я думаю, это будет снайпер, на самом деле. Вот сейчас по бану Пуджа это будет очень тонкий керри с рейндж атакой. Либо это будет Тракса, либо снайпер. Либо я не знаю, что там еще. Есть ли подобное? Наверное, не все, в принципе. Луна. Ну, Луна не очень такой рейндж, прямо скажем. Такой полумили рейндж. Да-да-да. Да. Кстати, ты видел, как у Луны этот работает? Огоним сейчас.
Ну, можно на кого-то кидать ульту. Да, это вообще прикольно. Да, на сам... знаешь, на кого-нибудь типа, я не знаю, типа пака какого-нибудь, который вырывается и в шифт уходит, и вокруг всех бахает лазер. Интересно довольно получается. Связочка, да? Да. Интересно, на яйцо ее можно юзать? Так-то было бы очень круто. Ну, я думаю, яйцо, и туда ульт заходит. Ну, все-таки, ну да, но я думаю, что яйцо как бы не герой, не юнит, наверное. Но он же не, наш не может кинуть. Хотя я вот, я не знаю, на землю может кинуть луна, нет? Просто по-моему, нет. Или, по-моему, да хрен знает, я тоже я один да, раз я собирал. Да, я просто не собирал аганим, да, ни разу. Это не особо популярный артефакт, на самом деле. Я один раз собирал, чисто посмотреть, что происходит. И удивился очень, что там можно так делать. Mm-hmm. Ну что, последний, пятый биг у Гризи Гейминг остался. Посмотрим, сбудутся ли мои прогнозы. Что же это будет за герой? Как ты думаешь? У тебя есть какие-то? Мне кажется, Бонни Клетчер, я говорю. Бонни Клетчер? Ну, я думаю, что это будет либо снайпер, либо дроу рейндж. Ну, 5 секунд. Ну что же, ну-ка, ну-ка. Удивительно, с Гризи Гейминг сегодня. По-моему, это еще... А, нет, да, я еще что-то дополнил. Немного ошибся, да, с таймингами это было... Это было время. Вот сейчас идет. В смысле, да, основное. Сейчас идет дополнительное. Вивер. Уху. Ну, как бы не совсем то, что я думал, но достаточно близко. Ну, как бы такое. По мне это такое. На самом деле неплохо. Но вот сейчас последний мид герой очень много решит. На самом деле тут какой-нибудь Магнус, мне кажется, более-менее может зайти. Он, конечно, очень сложно стоит против Лины, но в замесе каком-то он будет очень хорош здесь. Просто было бы прикольно, да, если бы Вир с Аганимом еще и ульту возвращал. Да, он да, возвращает да. Или нет? Нет, да? В смысле ульту возвращает? Ну, во времени, вот когда тебя вернули, представляешь, бы еще когда будет. Когда он кого-то другого, да? Нет, да, по-моему, да. Нет. Не возв... Представляешь, было бы круто, Лина, допустим, дает ульт, да. Рефреш, ульт, возвращающий да, еще ульт. Да, да. Еще, и еще рефреш, да? Да, просто 3 ульта дал. 4 ульта, ооо. Ой, вот Баланар это грязь полная. Баланар, вот Баланар это прям поворот. Ну, как бы он в миду сейчас будет просто стоять терпеть первые 4 минуты. Да. Он будет терпеть. Против Лины он мало что сделает. Ему нужен будет какой-нибудь... Я даже не знаю, ну, ботл, я думаю, ему нужен будет фаст. И он будет просто войдами, я думаю, крипов добивать. И особо подходить ему к крипам вообще не получится. Так, ну, по расстановке... Вот расстановка, как ты думаешь, что это будет? Это будут две даблы? Вот я думаю, что это, походу, две даблы, наверное. Других вариантов я вообще не вижу здесь. Ну там либо Баланар, либо Нага мид будет стоять 100%. Ну, мид, скорее всего, Баланар. Нага с, я не знаю, с кем, с Андаингом, наверное. Я вот тут не особо понимаю, на самом деле. Тут как бы вроде бы любая расстановка достаточно неплоха, но вот очевидной нет никакой тут, в принципе. Ну, Баланар все-таки, скорее всего, хард. Сейчас удивимся с тобой, увидим просто в миду этого. Так. Андаинга и будет прикольно. Вылетает из Гризи Гейминг. Ну, я говорю, я тоже сейчас вылетел. Уже возвращается. А, ты тоже вылетел? Да, я уже перезашел. Нормально. Так. А, вот, все, теперь можно тебя спокойно замутить. Я тоже тебя замучу. Хотя, как тут можно замутить того, с кем ты стримишь? Или этого нельзя сделать, да? В общем, легче просто убрать звук. В общем, да, короче, это... Нам, походу, для того, чтобы это замутить, провернуть такое дело, нам надо заходить в лобби, стартовать игру, мутить друг друга и выходить из лобби. Да, да. Очень сложная схема. Так, осталось еще поставить плавное. Поставь передвижение, чтобы было прикольно видно на стриме. Что? Плавно? Ну, камеру, знаешь, можно делать, типа, что плавно она плавала, а не резко. Это где такое делается? Сейчас найдем. На самом деле... В этих настройках всех не очень опытно. Так, вот. Я думаю, сейчас я там. Это пропущу... в камере. Я смотреть. Сейчас думаю, FB там пропущу, пока это буду делать все. Я лучше сейчас посмотрю, что будет на руне, и потом этим займусь. Так. Зайди, ну, там есть плавные передвижения. Да подожди, камеры, давай просто. Сначала смотрим замес на руне, да, и потом. Я просто знаю, что я как только начну это делать, я обязательно пропущу FB. Это 100%. Итак, Баланарчик у нас с новым красивым сетом, готов к войне. Итак, будет ли замес на руне? Тут у нас Bounty Hunter в инвизе, типа, под щитом, по красоте все делает. Ну, что он забирает руну Лина. Все кончилось нормально. Так, сейчас зайдем
И вот где тут настройки камеры? Парам-пам-пам. Так, профиль, консоль, камера. Алло, Сень, я сейчас через минуту вернусь, через полтора. Хорошо. А ты пока постой. Ну, камера, так. Это имеется в виду, наверное, скорость камеры надо поставить поменьше. Ну, хотя, нет, наверное, скорость я оставлю. Denied. Так, ладно, все, короче, надо с этим заканчивать. Включаем ласт-хиты. На самом деле, я не знаю, то я делал или то вообще. Походу, имеется в виду скорость камеры, наверное, под плавностью. Ну, хотя, давайте, да, наверное, сделаем скорость поменьше. Все-таки тут, я думаю, мне не придется сильно быстро двигать. Хотя проще, мне кажется, мне просто мышку... Нет, хотя, все-таки да, с мышкой это будет не то. Так, ну, смотрим. Будет ли у нас тут какой-то First Blood? Так, ловит у нас Гандара. Ну-ка, кто же тут умрет-то первым? Все-таки Гандар или умрет? Не... В итоге, короче, никто, походу, не умирает. И Гандар выживает просто все на лоу хп. Но это минус Дизраптор должен быть, но нет, Дизраптор выживает. Просто на лоу хп выходит, юзает Сальву. И спокойно выживает. Так, ну ладно, у нас снова передышечка. Поставим... 2000 попробуем, что у нас из этого выйдет. Так, ну, стало вроде немного поплавнее. Ну, я думаю, пойдет. В принципе, я думаю, это не особо принципиально, все-таки не должно тут особо дергаться. И в замесе, я думаю, просто будет камера отдаляться, и тут особо дергать ничего не надо будет. Так, ну что у нас? На низу у нас в итоге стоит Соло Undying. Это интересно. На топе у нас трипла в виде Наги Сирены, Дизраптора и Вертолета. Стоит... Кстати, ну давайте озвучим, кто на ком играет. Паника играет на аппарате. Ти играет на Баунти Хантере. Ками играет на Вивере. Я, Максим, играет на Лине. Бэкту 505 играет на Дарк Сири. Команда... На самом деле, опять я забыл, как они называются. У них там какое-то сложное название. Извиняюсь за это. FQK Нага Сирена. Да, конечно, с английским у меня как-то плохо дела. Деприсит играет на Дизрапторе, Магнат играет на Сталкере, Ракета из Сибири играет на Андайнге, и Don't Let Me Dream играет на Гирокоптере. Так, ну что-то музыка, наверное, немного громковата. Я, наверное, ее сделаю потише немного. Так, быстро чекнем тут, что у нас. Так. Итак, тут я, короче, все попропускал, да. Лина просто какие-то чудеса творит вообще на виражах. Прошу прощения, тут что я немного затупилась. Это трипл килл от Лины. О боже, как же играет эта Лина. Так, все, я закончил там со всеми настройками. Сейчас я больше ни на что отвлекаться не буду. У Лины 1500 уже на третьей минуте. Просто 1500. Это просто офигительно вообще, по-моему, для Лины. Жесточайший буст просто. И по крипам, опять же, у Лины 20-2 против 7-2 у Баланара. Тут уже, по-моему, доминация становится очевидна просто с первых минут буквально. Бедный Баланара, я не знаю вообще, что он будет делать. Он... О боже, то есть, это Баланара... Он Баланар пока ничего не качал, да, насколько я понимаю? То есть он 5-й левел, наступает ночь. Я думаю, настало время что-то качнуть. Например, пассивочку, чтобы как-то добавить себе скорости. Или Баланар считает, что еще рано. Ну-ка. Ну, пора, нет? Нет. А, все, пора, решил Баланар. Настало время, ночь. Так, что будет дальше? Походу, сейчас будет минус Лина. Сейчас бы еще, на самом деле, качнуть бы на раз... Качнуть бы на раз Сайленс. Ну, все-таки Лина он забирает и без Сайленса, но... С Сайленсом, я думаю, все было бы намного проще. Так, приходит у нас... Гандарчик здесь. Здесь его опять же ловят, но не смогли здесь добить Баланара. Баланар уходит на лоу хп. Покупает себе ботл, юзает сальву. Ну, Баланара немного дела поправились. Он немало голды срубил. Как бы 400 голды за Лину. Это неплохо, потому что у Лины топовый был нетвор, скорее всего. За счет этого он неплохо получил с ней буст. Тем временем на топе у нас Дарксир имеет уже Soul Ring, имеет ботинок. В принципе, все, что надо для начального фарма. Щиточками у него имеется.
И здесь фарм у него уже сейчас пойдет. Я думаю, Лина уже, если подставится хоть немного Баланар, Лина просто спокойно подойдет к нему станом. Может просто сейчас ультовать, именно так она и делает, и сразу отправляется в таверну. Баланар у нас немного странно он повелся, а там нужно было понимать, что Лина с ультом-то его очень быстро заберет, и подставляться смысла никакого-то и не было особо. Ну, Баланар, видимо, принципиально не хочет качать Silence. Не знаю почему, но как-то, видимо, стратегия у него такая. Там тем временем убили у нас Гирокоптера на топе, Дарксир вместе с Гондором. Ну, Гондор этот, конечно, много грязи, я думаю, будет делать за игру. В принципе, это и понятно, но то он и Гондар. Ну что, сейчас бы опять все-таки иметь сало, чтобы не получать каждый раз стан, когда гангаешь Лину. Но, я думаю, Войд все-таки тут засейвит. В этом смысле Баланара и... Лина отправляется в таверну второй раз. Взаимные тут у них убийства идут, но у Лины все-таки дела еще до сих пор обстоят получше, но 2 килла, конечно, отданные Баланару, тоже немного исправляют ситуацию, и уже у Баланара все становится не так плохо. А Ками там тем временем имеет 400 хп, минус 2 дикея, минус 8 силы. Имеет он реген в ботле, имеет стики, чтобы нормально срубать зарядов с этих дикеев. Ну и здесь уже становится все немного сложнее для Лины, на самом деле. И пока она себе не купит Юл, ну хотя, с другой стороны, вот и что? Вот, типа, и она хочет, понимаешь, было бы логично купить быстро Юл, если бы Найтсталкер качал бы Сайленс. Но так, типа, Юл-то особо не помогает, потому что Найтсталкер даже не качает, в принципе, Сайленс. Но, с другой стороны, конечно, Юл тоже поможет, опять же, при ганге, то есть поднимать просто противника и сваливать. Это неплохая стратегия. Опять же, тут линии достаточно неплохо харасит ее воидами. Харасит воидами Найтсталкера. И что? Будет он заходить как-то сбоку, справа, слева. Тут, видим, стоит два варда просто друг с другом рядом. И что у нас тут? Тейк, кстати, ушел. И его шум, конечно, немного напрягает, то, что он присутствует. Надо его, наверное, потише сделать. Сейчас, секундочку. Так, что-то там не пишут уже интересное. А, все понял, в чем проблема. Так, все, короче, да, я забыл, что тут сейчас такие же у нас супер строгие правила на Твиче, что если ты, не дай бог, включил какую-то музыку, то потом звук просто весь пропадет с твоих записей на Твиче, и это не есть хорошо. Так что придется сидеть без музыки. Итак, здесь у нас супер-пуперский смог-ганг идет на верхнюю линию. И что, будет ли это удачным гангом? Ну, я думаю, да, Сира здесь должны брать. Куда он здесь не денется, просто в толпу его замесили. Вчетвером, 4 героя буквально поучаствовало в этом замесе. Так, короче, тейку я написал. Так, надо сейчас его, короче, немного потише сделать. Или он уже пришел? Наверное, он сейчас, я думаю, придет, походу. Так, ну что у нас тут? Нам... Пока что у нас немного подотихли замесы, но на самом деле пока что довольно равная игра, я даже не знаю пока... Кто тут ведет? Ну, по крипам, конечно, все в принципе видно, что у команды Radiant, она же Буриза Gaming, дела обстоят немного лучше. Ну, не немного уж. Ну да, даже неплохо лучше, да. Сам фейзы на Вивера. Интересная фишечка. Ну да, неплохо так. Да, довольно необычно. Как называется вторая команда? Я опять забыл. Скьювер Атак. Скьювер Атак. Ой, какие сложные названия. Что поделаешь, если хочешь. Атак, да. Ну что, у Баланара появляется урна. Да, я думаю, ну на 10-й минуте переключимся на Нетворса, и раньше мы смысла нет. Снизу камень убивает Солох. Да, убивает Андаинга. Ну и что, есть ли ульта? Ульты нет, я думаю, поэтому ничего не светит здесь Дизраптору, еще и сам он умрет. Ну и глупейшим образом просто умирает Дизраптор. Ну, Ками, скорее всего, тоже умирает, да. Ну, не знаю, стоили они того, ну.
по факту стоило. Почему-то Вивер получил за Дизраптора 311, а Undying получил за Вивера 199. Это легально вообще, нет? То есть за саппорта Керри получил больше, чем получили за Керриева. Это каким образом вообще? Как это? Ну-ка, ну, включим нетворсы. Второй нетворс у Вивера против... Ой, смотри, убивает у нас Баланара в миду, скорее всего. Понимаешь, второй нетворс у Вивера против 10-го нетворса у Дизраптора. И за Дизраптора дают больше, чем за Вивера. Как? Что это за математика доты? Это Реборн называется. Я не понимаю этой математики вообще. Чем она руководствуется? Это математика, когда дает деньги за убийство. Вообще не понимаю. Ну, да и ладно. Еще одно. Ну, это очередной минус от Лины. У Лины у нас имеется уже ИУ. Вот был бы сейчас Герокоптер здесь, бы он бы убил бы всех. Еще сейчас она еще здесь убьет. Просто типы идут прямо и почему-то умирают. Просто идут прямо. Я не понимаю, что происходило сейчас. Ну, надо... Там уже перефарм, да? За 5 тысяч, да? Ну да, как и бы у Лины уже... Ты понимаешь, да? Нетворс Лины и нетворс Найтсталкера, как бы. Ну, два парня стояли в миду, как бы. Ну, уже видно, да? Ну, в принципе, там так все и должно было быть. В принципе, да, все логично, никаких сюрпризов мы пока от этой малоизвестной нам команды не увидели. Понимаем, что наши старички Буриза Гейминг все-таки более опытные. Да, даже в принципе в плане игры самой видно, что ребята даже не стаку для Герокоптера стаки, это. Ну как бы тут очень даже плачевно. В принципе видно на индивидуальном скилле, что они вывозят, как бы. Пока что. То есть, ну, на лайнинге, в принципе, на раннем все индивидуальный скилл решает в основном, как бы. Ну, так. Баланар кого-нибудь убил вообще за первую ночь? Ну, он только с Линой дрался в миду, он с мида вообще не уходил. А, ну он сходил один раз на топ, но там как бы без него бы убили. Я не знаю, зачем он туда четвертым героем шел. Ну, как бы, ну, сходил, типа, да. Это можно считать за ганг. Но все это время он дрался на миде и Лину два раза бахнул. То есть что-то все равно сделал. Ну, такое. Ну почему-то он принципиально не хочет качать сайленс против Лины. То есть, я думаю. То есть, он, я думаю, скоро его качнет. Ну, что самое интересное, сайленс, по-моему, мгновенно ложится. Да, типа, ну, фишка в чем? То есть, короче, скоро качает Баланар сало. Вот, он качает сало, в то время как у Лины появился ИУ. Все по старте. Четко. То есть только у Лины появляется ИУ, пора качнуть сало. Самое время. Так, ну и что, Баланар у нас тут бегает, бегает, побегал, решил, что что-то... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну тут минус вертолет, конечно, без вопросов. По-моему, в рейнже был Баунти Хантер, ульта аппарата, судя по анимации. А, да, что-то я немного завтыкал в этот момент. Просто смотрю, как бы два героя, типа, ну... Это уже просто развал кабины идет. В рейнже ульта, и мне как-то странно было, что аппарат кинул своих типов. Видимо, там очень большая задержка была. То есть, издалека кидал. Ну, Лина здесь... Интересно тоже, как играет зомби без хила. Ну, это стратегия, что уж тут сказать. Типа, на раз хил качается всегда, типа, его, понятно, можно особо не качать много, но на раз его качают всегда. Чтоб ту же самую там буст спасти. Да, да, да. Ну, тут просто парни идут и фидят конвейером. По одному причем. Да. Это интересная стратегия достаточно. Вначале, как бы, они еще что-то показывали, минут первых 7, скажем так, там, когда вообще Баланар там убивал Лину, даже два раза ее убил. Это еще хоть как-то показывало их уровень, но сейчас, я уже не знаю, сейчас уже... Преимущество 14 тысяч на 13 минуте. 14 преимущество больше, чем минута, да? Разница в нетворсах 10 тысяч общий нетворс против 25 тысяч. В 2,5 раза. Разница нетворсов. Ну, то есть, ну, тут уже просто все очевидно и понятно. И я думаю, в ближайшие минут 10 эта игра. Ну, возможно, знаешь, тот шанс, что смотри. Ребята зайдут под сон, поставят тамбу, там все застакается. Невозможно. Туда положат дисраптор ульт и... Скажем прямо, невозможно. Не, ну мало ли. Тут немного кривой тайминг был сейчас от Лины, и за это она поплатится, скорее всего. Да, поплатилась за это Лина, нету просветки на Гандара, и Гандарчик уходит. Но здесь могут поймать Дарксира. Ну смотри, кстати, неплохая связка, ракета плюс сон. Да, ракета плюс сон. Неплохо, кстати, да, на самом деле. Только самое, что интересно, то что сон-то 180 секунд, или сколько, 170, да, 180. Ну да. И тратить чисто один сон для того, чтобы убить Дарксира. Сколько они отыграли сейчас? 3400, просто 3400 отыграли за двоих. И опыта 3300. Вот если бы еще и Ками убили бы.
Задумка у ребят есть, но они просто не реализовывают сейчас. Да, так, мне тут пишут, что все видят еще и Steam. Ну, ладно, как бы, что не только игру видят, а еще и Steam. Ну, а ладно, тебе еще Steam пишут? Ну, мне там, в принципе, кореш пишет что-то иногда. Оказывается, я что-то совсем забыл про эту тему, что если ты включаешь какую-то музыку на стриме, то тебе, короче, Twitch просто глушит вообще весь звук потом в записи. Классно, да? Неплохо. Да, то есть вообще никакую музыку нельзя включать на стриме. Это, конечно, классно прям. Очень круто, я считаю. Мне нравится, что Ками собирается на боевого вивера такого, знаешь, барабаны. Ну да, ну так не то, что как бы боевого, скажем, такого... Ну, на более плотненького. Хотя он мог собрать ПТшку и более подробно. Даже, я думаю, не плотненького, а такого как бы... Я даже не знаю, ну как бы да, наверное, боевого посмотри. Можно назвать. То есть он покупает недорогие шмотки, с которыми можно довольно смотри, быстро сейчас очень интересный вообще. Момент. 5 игроков стоят в одной точке. Если бы они да? сейчас могли бы здесь да, быть, да, и да. был бы сон, и поставили тамбу, они бы убили всех. Ну, у них вард не достает, по-моему. Ну, хотя вот достает. Тамбу хорошо поставил на ХГ. Тамба, так, что дальше? Ну, ульт аппарата летит, попадает по Баланару. Баланар тут выживет, я думаю, без проблем. Ну и что? Ничего в итоге не сделали. Сир ставит стенку. Ну и что? Будет ли тут на развороте гейминг? Ну, тамбы-то уже нет. Без тамбы драться смысла никакого нет. Надо просто бежать, иначе будет просто развал. Ну и что? Нет, в итоге не совсем развал, конечно. Да, получается, неплохо, минус в принципе, 2 делает. Минус 2 делает команда с Кьювер Атак. Ну, вот веточку Лина, конечно, тут раздает и показывает себя. Тут без проблем, в принципе. Ками вместе с Линой убивает пятерых и размен 5 в 2. Вот единственное сейчас тот момент. 2700 ребята заработали, и ребята из Кьювер Атак, кстати, тоже заработали 600 монет, при том, что они все умерли. Да, ну, я думаю, это они заработали за счет того, что там офигительные нетворсы, и за убийство им дают намного больше, чем за... Убийство их самих, как бы. Так, ну и что у нас? У Лины офигительнейший нетворс. У нее уже есть Блудстон, есть его. Все замечательно. У Баунти Хантера имеется Solar Crest. Делает он супер меку, я думаю. Только не знаю, зачем он купил Staff of Wizard. Ну, скорее всего, это какой-нибудь догон. Но или походу он решил забить, да, на это все дело и просто купить догон. Вивер покупает Яшу. Сейчас бы на Вивере быстро бегать с фазами Яши, когда у тебя есть Шикучи. Интересная стратегия, да? Как ты думаешь? Ну, Ками, наверное, что-то интересное придумал. Ну, план. Я согласен, да. Он, скорее всего, делает, чтобы сбивать и Сала. Он будет этот юзать. Манту делать. Опа-на. Вот, смотри, сон. Вот сейчас вот если подъехал. Бы они все бы идеально бы поставили. Сон подъехал. Что дальше? Так. Что-то сейчас невероятное произойдет. Просто бах. Все, симфония скиллов. Вот смотри, просто я тебе говорю. Невероятный ульт Дизраптора. Очень поздний. Почему Дизраптор ульт дал только сейчас? Почему? Почему так смотри, поздно? Вот что от них требовалось всю игру делать. Это вот так вот заходить. Нет, я понял. Почему Дизраптор не дал ульт сразу? Чтобы они ничего не кастанули. А у Лины только Егис выбили. И как же ее теперь убить? По-моему, Лина сейчас сама всем раздаст. Да, я говорю, просто идут ее фидить. Тот момент, когда Лина просто соло автоатака. И еще один стан. Автоатака. Бах. Лина, которая убивает с автоатаки просто тебя. Без проблем. Ну, у Гирокоптера на самом деле что-то появляется, хоть понемногу, ну, хотя бы БКБшка у него близится, и если у него... Ну, как бы против Лины БКБ это такое, против аппарата. Ну, у Лины еще нет Ганима, прошу заметить, так что пока что еще неплохо. Ну, на самом деле у него уже 2500, и до Ганима вот именно, так много. Как бы до Ганима там уже осталось меньше некуда. Да, ну, мека имеется у Дарксира. Наверное, Дарксир будет супермеку делать все-таки, походу. Нет, а Баунти Хантер после хердрески делает форстаф. Интересно, интересно. Выталкивать вот из-под всей этой грязи. Стоп, аура хила меки и хердрески стакается или нет? Ну, сейчас увидим, когда они вместе подойдут. Я вот этого тоже, если честно, не знаю, но, наверное, стакается, скорее всего, это подозреваю. Ну да, в принципе, даже картинки разные. Ну да. Вот сейчас смотри, вот ДС стоит, сейчас к нему подойдет БХ. Так. Посмотрим. О, на Лину должна тут же глянуть. Стакаться, видишь? Нага себя... Сейчас можно просто сетку с идеальной, вот, да, стяжкой. Бах, тут, ну,
еще и выживает. Сир там очень долго живет, но все же умирает Сир. Размен один в один. Сейчас еще умрет вертолет. Да, тот момент, когда вертолет игроков... выживает просто. Да, нет, не выживает вертолет. Что-то я попутал. Балтихантер там его добивает. Здесь опять Лина на автоатаке спокойно, не дробя, просто бьет рукой. Еще и точно с первого раза находит настоящую Нагу и убивает ее. Это ультракил от Наги. На самом деле, вроде тут идет просто в нулину разрыв, но счет я бы не сказал, что прям разрывный такой, прям 28-13, это как бы круто, но не сказать, что прям в нулевой. Самое, что интересно, смотри, очень прикольно выглядят эти копии из Дарксира. Копии Дарксира? Ну, в смысле, из-под стенки. Очень прикольно, вот сейчас только что бегал Undying в ульте, и самое, что интересно, ульта закончилась, и Undying из большого маленького превратился. В копии. Да, в этот момент. Бедный дизруптор. В этот момент Ками просто бегает на ХГ у них. Вот видишь, ему дают сало, и в принципе он ничего не может сделать. Вот для этого ему и будет, наверное, скорее всего, манта собираться. Ну да. Для этого обычно собирают линку, но он дышил. Только у меня анимация две ракеты летит, или у тебя? Да, я уже потом. Прикольно. Чисто две ракеты. Бах. На соточку. Или на полтинничек, да. Ну вот и Аганим подъехал у Лины, в принципе, не так много времени прошло. А, нормально то, что у Герокоптера 1100 хп, это чисто на Аганим и все. Ну да. У Лины какой там? 18-й. Угу. 950 чистого урона. Кто выживает у нас? Выживает Нага 70 хп. Выживает Найтсталкер. Дизраптор тоже не выживает. Да, и Дизраптор тоже не выживает. Но... вот она сейчас стяжка будет. Ой, дали вовремя. Но очень просто вовремя. Два скилла Лины. Кастуется стан. Сейчас будет сон, я думаю, должен быть. Герокоптера просто выключили. Либо сон, либо сдох. Вот, это а зачем сон. Сон-то сейчас? Ну, это сейф. Просто сейф себя. Вот все. Дизраптор, в принципе, выживает благодаря Глиммеру. Ну, то есть они, конечно, себя засейвили, но типа а теперь это их сторона. Да. Вот, смотри, опять копии, видишь, какие? Ну да, прикольненькие. Ну и что? Ну, Балонар вроде как герой здесь хорош, но по факту он бесполезен. Там как бы прокасты все. Он просто потерялся в начале, он ничего не сделал в начале игры. Ну, в начале он вроде даже убил Лину два раза в мите, после того, как она его убила два раза, или даже три раза она его убила. Он вроде что-то начал делать, но потом в итоге он все равно каким-то бесполезным стал. Только у Лины появился имбун. Ничего не мог сделать Баунар вообще. Байбек идет у нас. Насколько я знаю, это игры BO2, да, все? Да, BO2 будет. Ох, то есть у нас еще вторая интересная игра ждет, да? Ребята, наверное, сейчас подумают о том, что отдавать, а что не отдавать. Очень круто Макс тягивает всю игру, ребята просто стоят вчетвером, впятером, втроем, в одну точку. Да, ну убивают Сира на самом деле, выкупается Баланар, сейчас он будет убивать вертолета, наверное, или кого? А, кого вертолета, а чё я не сюда? Будет убивать Ками. Ками дает байбек, скорее всего с ульты хотел, а не, у него есть стрела. Да, у него есть стрела, все намного проще, минус-минус, за минусом, два байбека, ну и сейчас Дизраптор может еще второй раз умереть, но все-таки нет, за эту 0-2, выходит вертолет с хайграунда зачем-то, чтобы, наверное, умереть, ну, да, очень хорошее БКБ было в исполнении вертолета заюзанное, ну это good game, как бы 23 минуты, неплохой тайминг, очень быстро. И уверен. Да. Тот же пас. Хорошо. Очень круто отыграли, ребят. Так, а сейчас чё? А, ну, как бы... А тут лобби не сохраняется после конца игры? Мне вот кажется, наверное, нет. Сейчас посмотрим. Было бы классно, если бы сохранялось. Типа... Могли бы такое придумать. Как я считаю. Реборн и так уже много всего напридумывал. Да. Причем не все самое полезное. На самом деле, тут как-то... Блин... Не знаю. Возможно, непривычно, но мне не особо нравится, как тут все вообще. Так, создали уже лобби. И кто вот? Вот как паника. Стоп. Как искать по паролю? Можно найти лобби?